поддержка криптовалюты в мобильном платежном приложении. Американская технологическая компания Square сообщила о внедрении функции покупки и продажи биткоина в приложении Square Cash. Оплата за услуги и переводы в цифровой валюте пока останутся недоступными. На данный момент приложение работает в тестовом режиме. Финансовый директор Square Сара Фрайер сказала: «Наши клиенты заинтересованы в использовании приложения для покупки биткоина. Сейчас мы изучаем, каким образом сделать этот процесс быстрее и проще с помощью небольшой тест-группы. С каждым днем криптовалюта играет все большую роль в мировой финансовой системе.